все, работаю. Да? Давайте, кто первый? А, ну, поделитесь вообще ожиданиями от нового сезона, все-таки какие задачи стоят перед командой, поскольку очень они такие амбициозные. Ну, задача номер один у нас, конечно, в этом году выиграть World Tour в общекомандном зачете. В том году нам не хватило 13 очков. И я сказал бы так, нам не хватило 13 очков, чтобы выиграть World Tour, но 13 очков они лишились буквально на финише последнего дня. Мы были только тогда близки. В этом году у нас стоит задача номер один. Вторая задача наша – это все-таки улучшить нашу командную гонку. В том году на чемпионате мира мы сильно провалились в этом виде программы. Вот. В этом году мы работаем, усилили состав. У нас велосипеды будут гораздо лучше, на следующий год материал новый для командной гонки. Я надеюсь, что наша задача попасть в топ-5 первых команд, ведущих команд. А расскажите про специфику местности. Вот здесь в Аликанте, почему команды именно сюда едут, конкретно про то, как здесь горы, равнины, вот это все вещи. Ну, такое уже намоленное место велосипедистов, причем не только профессиональных, и любителей, и туристов. На самом деле здесь роскошные условия. Хорошее питание, хорошие дороги. Самое главное, что здесь обстановка, то есть отношение к велосипедистам очень дружелюбное. На дороге все понимают, что это велосипедист, его надо объезжать там, с большим расстоянием. Вот. Полиция не гоняет, не возникает никаких проблем. Вот. Ну и погода. Погода, соответственно. Вот сегодня у нас тучки, но это вообще-то первый день, поэтому мы 2 недели загорались солнцем. А какая вот суть изменений именно в ребрендинге, что конкретно касается? Говорили, что представление команды – это ребрендинг своего рода, а что именно меняется? Ну, во-первых, мы зарегистрировали бренд «Катюша», то есть вот буква «К» – это будет уже, так сказать, короткий знак от бренда «Катюша». И под этим брендом мы будем выпускать, во-первых, одежду, во-вторых, мы будем развивать дальнейшие такие параллельные бизнесы, то есть «Катюша Events», «Катюша Travel» впоследствии, «Катюша Coffee Shops», вот у нас такая идея есть, и спортивный объект. Но это все, так сказать, на перспективу. И самое главное, мы знаем, чем мы хотим заниматься, самое главное, мы уже нашли партнеров, которые нам в этом деле будут помогать. Вот. И задача сейчас уже привлекать спонсоров. Да. То есть заработала та система, о которой вы говорили в прошлом году, да? Что на Катюше, на имени Катюши можно зарабатывать? Скажем, заработала та идея, которая, в принципе, родилась еще в первый год, когда я пришел сюда, в 2013 году. Идея уже зародилась, что надо использовать имя команды Катюша как бренд. Вот. И в этом году все-таки мы пошли уже конкретными шагами к этой цели. Это касается новых каких-то, соответственно, спортсменов, тоже новая команда, ребрендинг. Кто-то из новых придет, вы можете сейчас найти спортсмена? 16-й год у нас команда вся здесь, сегодня у нас презентация. Под 17-й год мы будем смотреть, что необходимо, какие спортсмены необходимы. Вот. В команде, так сказать, у нас национальность попадает. То есть у нас член команды имеется в виду для нас рабочий.